Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы попали на третью распаковку моего канала. Сейчас я распакую нового героя канала, Капитана Фокси. Упакован он в пупырчатом пакете. А также на своем канале распаковывал две фигурки, входящие в серию проклятия Дриаддора. Давайте же скорее распакуем Фокси. И вот мы освободили капитана Фокси от плена коробки. И первое, на что я хочу обратить внимание, это цвет плюшевого покрова. В отличие от моего предыдущего Фокси, у капитана шерстка оранжевая. Но в этом нет ничего плохого. Теперь у меня в коллекции два лисенка. Давайте приступим к обзору самой фигурки. Плащ у Фокси пластиковый. Шарниры крепкие, детализация на высшем уровне. Голова хорошо поворачивается, не трясется. А также на ступнях надписи, показывающие оригинальное издание от Фанка. На голове есть очень крутая шляпа с белым перышком. На ощупь фигурка шикарная. Я очень рад своей покупке. А также капитан Фокси отличные пополнения в хэллоуинской серии. Они вместе выглядят шикарно. И вот наша распаковка эксклюзивной фигурки капитана Фокси подходит к концу. Спасибо большое вам, ребята, за просмотр. Я очень старался над этим видео. До новых встреч, ребята. Всем пока.